Он зажигает звезды, звезды белорусского спорта. Артур Зайцев заряжает своих воспитанниц только на победу. Ирина Курочкина, Ольга Хилько, Ванесса Колодинская и Залина Седокова. Бобруйская женская команда по вольной борьбе – одна из самых титулованных в республике. Заслуженный тренер страны стал лауреатом специальной премии президента «Белорусский спортивный олимп». Эта награда получена из рук главы государства. Очень высокая честь для меня и высокая оценка труда моего и всего коллектива, который участвовал в подготовке Ирины Курочкиной. Приходится очень много работать над собой и в профессиональном качестве. И постоянно все меняется, правила меняются, техника, тактика. И постоянно следить за ведущими спортсменами стран разных и делать какие-то анализы, анализ тренировок. Очень много сил времени занимается на самом деле. Артур Зайцев – личный тренер Ирины Курочкиной. За бойцовский характер в спортивной среде ее прозвали «Тигром». Чемпионка Кубка мира, двукратная победительница Европы и бронзовая призерка планетарного первенства. На ее счету и серебро Олимпийских игр в Токио. Сравниться в скорости с бобруйчанкой мало кто может. В схватке Курочкина думает на несколько ходов вперед и моментально принимает верное решение. На днях Ирина получила звание заслуженного мастера спорта Беларуси. Эмоции она не скрывает. Очень горжусь, что мне вручал глава государства эту награду. Я всегда хотела быть заслуженным мастером спорта. Сейчас я горжусь и я рада, что удостоена такого звания. Артур Евгеньевич для меня чуткий, отзывчивый, добрый, хороший. Он для меня все. Ну, он для меня второй отец, это психолог, друг. Бобруйская торпеда и плавательный феномен – так называют паралимпийцы Игоря Бокова. Обладатель 10 действующих мировых рекордов, многократный чемпион мира и Европы. На его счету 18 медалей, 16 из которых – высшей пробы. Последнее достижение – 5 золотых наград на Паралимпиаде в Токио. На днях его копилка также пополнилась званием «Заслуженный мастер спорта Беларуси». Плюс, как и Зайцев, Боки стал лауреатом специальной премии президента. Здесь отметили заслуги тех, кто проявил себя в минувшем году. Получить такую высокую награду, как премия «Олимп», тем более из рук самого президента, это очень большая честь, это очень приятно. Это задаст еще своего рода энергии и мотивации на еще более усердную и дальнейшую работу. Бобруйск издавна славится своими спортивными талантами. Алина Максимова, Надежда Макарченко, Максим Петров, Виталий Осецкий, Александр Родионов, Нина Савина, Андрей Казусенок, Дарья Наумова, Александр и Андрей Богдановичи и многие другие достойно представляют нашу страну на международной арене. Каждый из них яркий пример. Для белорусов нет ничего невозможного. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.